Здравствуйте, пришла очередная посылка из Китая. В этой посылочке находится штангенциркуль в футляре. Штангенциркуль не простой, а электронный, цифровой. Давайте мы ее раскроем, посмотрим, как дошла посылка и как работает данный циркуль. Вот это такой футлярчик. Инструкция. Инструкция, конечно, на английском. Инструкция. В этом наборе идет такая мини-отвертка крестообразная. И такая батареечка, таблетка. Вот так идет упакованный штангенциркуль. Исполнение штангенциркуля очень удобное, хорошее. Здесь идет еще табличка какая-то. Батарейка 1,5 вольта написано. И давайте сделаем замер вот примерно вот этой ножки. 9,67. Очень удобно, хорошая вещь. Не надо присматриваться. Есть и внутренний замер. Хороший такой штангенциркуль, 150 мм длина замера его. С отключенного состояния он автоматически включается в режим работы, если мы начинаем двигать этот ползунок. Вот смотрим. Раз, и пошло отчисление. Отключаем. На эту кнопку отключаем. Отключили, опять проверяем. Включается, работает. Вот эта кнопка сброса на ноль. Вот нажимаем на нее. Раз, ноль. Показатели все ноль. Вот так работает данный штангенциркуль. Очень удобный инструмент. Вот такой цифровой штангенциркуль. Очень удобно производить замеры и быстро вычисляется. Очень удобно. Вот такой краткий обзор цифрового штангенциркуля. Всем желаю успеха, всего доброго, до свидания.